Ремонт дорожного покрытия на улице Льва Толстого. Движение транспорта по улице Льва Толстого 14 сентября перекроют в связи с капитальным ремонтом дорожного покрытия. Как сообщает Киев-Автодор, ремонтные бригады будут работать в 06:00 до 20:00 14 сентября на участке от улицы Владимирской до улицы Большой Васильковской. В связи с этим движение транспорта по улице Льва Толстого в направлении площади Льва Толстого перекроют. Учитывайте эту информацию, выезжая на улицы города. По материалам сайта newsgro.com.